Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! У нас еще один видеообзор на шикарнейшее платье. Платье называется «Кашемировая роза». Название у него такое, потому что платье нежнейшее, похоже на розу. Эффект такой вот чайной розы, да? Платье пошито из органзы, из атласа плотного, сетка, поясок из ленты такой золотистого цвета. Платье у нас молочное, расшита грудка кружевом, такими кружевными элементами, и жемчуг здесь есть. Ну, смотрится очень красиво, оно такое. Здесь есть подъюбник, такой он съемный, и хлопковая подкладочка на подъюбнике, то есть это такое очень безопасное для ребенка. На все дорогие платья вот такие вот модели, вот чаще всего мы делаем такие подъюбники, если нет нужды сделать из атласа. Так, спинка у нас на затяжниках, но затяжники уже затягивать мы не будем. Поясочек развязывается, завязывается и застежечка. В принципе, все видно вам. Платье очень красивое, очень шикарное, такое богатое. К этому платью еще будет эксклюзивная красивая шубка. Шубку я запишу отдельно. Сейчас ее доделывают. Я вам ее покажу. Она очень красивая, богато, дорого смотрится, просто вот шикарно. Кто хочет заказать такое платье на любой размер, под видео есть ссылочка. Обязательно подписывайтесь на канал, у вас будет скидка. И, конечно же, для тех, кто хочет научиться шить такие платья, у нас начнутся видеоуроки. Но обязательно нужно быть подписчиком нашего канала. И обязательно нужно в комментариях написать, что вам нужен видеоурок на такое платье. Спасибо за внимание.